Я уже второй раз выполняю задание, первый не засчиталось, хотя я все сделал. Я вышел в меню, думал, что все нормально, оказалось ненормально. Ну, значит, мне быстрее слиться, либо быстрее выиграть. До каких раундов игра идет, хоть, блядь, сказали бы, написали бы правила игры. Почему правила игры не написаны? До каких раундов идет? Мне чем быстрее он закончится, тем лучше. Я свою все сделал. Блять, мне помогать будут, твари, ебаные, что вы делаете, сука? Расстреляю к хуям, блять. Пидорасов. Сука, тупая, бесячая игра, блядь, ёбаная. Да, они всегда в голову стреляют. Ты пошёл. Сука, пидорасы, можно кикнуть их хуям, блядь? К собачьим, блядь. Сука, пидорас только с базы выбрался, да? Уёбище. А почему мне не засчитывает, что я прошел? Я, блядь, прошел, долбоебы, блядь. Кто эту игру делал? Дебилы, я ваши миссии все выполнил уже по два раза, нахуй. Че вы писали там? Не, это какая-то хуйня, я же миссии выполняю, вот здесь миссию выполнил, выполнил, тут миссию выполнил, выполнил. Тут два раза уже все по второму кругу выполнил, что от меня просят. Не засчитывается, хотя две остальные засчитались. Ну да, все остальные закрыты идут. Сломалось. Ну классно, стимовская версия. Раздают в стиме, сломалось. Наверное, скорее всего, сломалась. Я не знаю, конечно, могу погуглить, может, фикс есть какой-то. Все. Оружие не дало. Не дало нихуя. Может, ноплип хотя бы. Сука, ни один чит не работает. Вообще, блядь, позапрещены все, походу. Вообще ничего не работает. Скудная хуйня, она же мне не засчитает, блять, что я, блять, что я не, что я делаю, что не делаю, она же мне ни хуя не засчитает. Неудивительно, что при покупке одной игры раздают еще две игры в подарок, блять, покупаешь Counter-Strike, обычный Counter-Strike 1.6, тебе еще дают Deleted Sense и этот, блять, Convention, блять. Сука, блядь, девать некуда, нахуй, никто не покупает.
багованную дрянь, которую играть невозможно. Утро, блять, не шиб. Играть нахуй невозможно в этот говнище. Ничего, виноват, что в тиме пидорас. Они так усложнили, что это прям вообще. Да, блять, вот они глазастые, а тиммейты вообще нулевые. Они даже не понимают, откуда они стреляют. Сразу прыгают, думают, что это откуда-то с другой стороны. Кого-то под... Ёбаный, идите помогать! А твари будут просто бегать. Я, блядь, буду смотреть за этим говном, блядь. Я буду за ним смотреть. Да. Он просто стоит, он вообще ничего не стреляет. Сука, как я буду стрелять, они все в голову ебашат. Мне как, что мне сделать, чтобы баланс хоть хотя бы какой-то был? Так. Даже из меню выйти вот проблемно. Так, одного с МПшки убил. Можно теперь больше эту хуйню не брать. Я думаю, вот эту шляпу покупать. Это годная вещь должна быть. Блять, она разбрасывается, что ли? Блять. Два дегенерата сдохли сразу. Сразу. Они просто, когда по ним стреляют, они просто в другую сторону отворачиваются и сдыхают. Пиздец. Да, это говно непроходимое. Читы не работают. А само оно не засчитывает задание. Максимально уёбская. Я ради этой игры удалил захват экрана. Просто взял и удалил ради этой игры. Которая оказалась таким говном. Я думал, блять, что при покупке одной Counter-Strike за 25 рублей еще дают в подарок две игры, а он аж указывается. Что они еще дерьмовые, блядь. Вот я не буду играть.